Короче, купили ножик фазан от фирмы Кизляр, сделано в России. Кизляр. Купили в магазине рыболов. Это который Костин магазин. Папа, покажи ножны, какие под него. Прикольный ножик. Такой вот шикарный нож в руке. Прям четко держится, классно. Покажи это. Ножны покажи. Сделаны такие красивые ножны, удобные, из кожи. Можно на ремень вешать их спокойно. Вот так вот. Нож ходит классно. Ну и что, режем мороженое мясо. Вот оно, замерзшее мясо. Свинина. Режем. Раз только. Без особых усилий. Замороженное мясо. Такой вот нож. Режет плавно. Прям приятно вообще. Замороженные куски. Мясо только что из морозилки. Вообще прям красота. Нож покупали в магазине рыболов, город Юрга. Классная, удобная ручка. Сделано отверстие под ремешок. Просто красота. И тут еще гравировочка идет сверху. Такая вот интересная. Приятный в руке нож. Он классный. Ну все.